Можно машину? Ну, еще не машину, пока еще нет. Утром была. Утром была? Загружалась? Большая как машина? Ну, что обычно возят, мусор. И машину загрузил, мусор и уехал. А еще будет сегодня мусор? Должен же быть, по идее. Не знаю, выходные работают, не работают. Понятно. А до этого сколько машин вышло? Так, 3-4 выходит иногда. Они догружают, если майна, то пусть идут, сюда заезжают, догружают, и дальше приехали. Ну они почти все полупустые идут с майна? Ну считай, большинство да. Большинство да. И он как бы догружает, да, получается? Догружается здесь, ну мусор кидает, и вручную, и так, и выезжает. Ну так же долго будут возить, догружать, если. А если просто машину подать сюда, загрузить и увезти? То есть пока возят, только догружают, да, получается? Догружают. Сколько машин в день догружают? По две бывает, по три. Ну это маленькие машины. Ну маленькие, догружаем. Там с майна везут, или с фирмы. Полупустые идут, сюда заезжают, догружаем и дальше машины. А куда они везут отсюда, подгружаются? Черногорку, Белояр. Черногорку, Белояр везут? Да. Точно, да? Точно. Нигде в Белом Яре? Нет, нет. Белый Яр и Черногорск. Все. А в Белом Яре куда там? На полигон тоже? Там тоже на полигон. Ну а сколько примерно кубов вывозят в день? Вот они полупустые, это сколько кубов примерно вывозится? Догружается сколько кубов? Бывает по 3, по 4. Бывает меньше, бывает и больше. По 3-4 куба или... Ну, вот куб здесь. Ага. В этом кубе. В смысле, в каждую машину... Контейнер, да, в каждую контейнер. В смысле, в каждую машину по 3-4 контейнера еще? А всего сколько влезает? А всего сколько влезает? Так, если по идее пустую, вот эти контейнера, две машины могут заходить спокойно. Нет, я имею в виду в машину, сколько контейнеров, в пустую машину, сколько контейнеров? Если 70, около 80 вот таких вот. Это кубовые, да? Кубовые. А если вот в маленькие хундайки ходят? Маленькие, они же меньше, я там не знаю, сколько кубов. А утром машина, которая сегодня ушла в Черногорку, она как грузилась? С утра она где мусор взяла? В майна, что ли? Ну, наверное, с майна или где? Он по городу здесь ходит. С утра? Во сколько примерно утра? Где-то что, 9. В 10-м они пошли. Где? В 10-м подошла, подгрузилась? Подошла, загрузилась, да, и уехала. Ну подождем ее. Подъедет еще? Я не знаю. Когда как у них расписание, я не знаю. Как он а когда... какие-то маршрутные листы есть у водителей или как это все выглядит? Конечно, они выдают. А у вас нет этих листов? У меня нет. Они не отмечаются здесь, что заезжали? Нет. У них маршрутку дают, они если привозят или начальство дают, или они. Ага. Гигантская свалка временная. Огромные объемы, тысячи кубических метров, которые, по сути дела, вывозят за счет тарифа. А за счет чего? По всей конечно. Видимости. Таким образом, мусор оплачивается дважды. Сначала жители заплатили за его вывоз и транспортировку в прошлом году. Однако вывезен он был сюда. Теперь жители вынуждены платить региональному оператору. И наряду с теми отходами, которые вывозятся сейчас, мы узнали, что мусоровозы подгружаются, по сути дела, с прошлогодней свалки. И повторно, по всей видимости, учитывают один и тот же объем. А сколько вообще отходов здесь вот на этой свалке? Ну, 18-20 тысяч кубов, ориентировочно, расчетная такая величина. 18-20 тысяч кубов, да? А площадь получается вообще всего вот... всего... Человек вряд ли знает. У нас, по данным нашего департамента архитектуры и градостроительства, здесь 11 тысяч квадратных метров площадь. Из них 2 тысячи квадратных метров – это вот сооружение. Здесь склады, гаражи. А все остальное, соответственно, свалка, да? Да, 9 тысяч квадратных метров – это площадь, которая сейчас у нас получается засыпана мусором. Ну и высота доходит до 2-2,5 даже метров, ну, вот насколько можно посмотреть. Понять. Там больше даже.
Больше, да? Да, 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 совершенно точно. Там метра четыре. Метра четыре, наверное. Заезжает мусоровоз, по всей видимости, на дозагрузку. Номер N380ET 19 РУС. Это транспортное средство буквально час-два назад загружалось, принимало отходы в майне. Сейчас мы видим, что транспортное средство приехало, очевидно, на дозагрузку, чтобы дозагрузиться отходами, оплаченными жителями Саяногорска в прошлом году. Здравствуйте! Снимаем свалку. Города Михаил Анатольевич Валов. Скажи, вот эти, когда набрали эти контейнеры? Когда загрузили? Вчера. А? Вчера загрузили. А загрузили их отсюда, да, получается? Ну, там-то приезжают, загружают. Оттаскиваем сюда, там загружаем, сюда вот так. То есть получается, что эти контейнеры загружаются вот отсюда, вручную, из этой свалки, да? Вручную. Да, когда вручную. Был Бобкэт, загружал Бобкэт. Сейчас... Сейчас вручную загружают. А куда туда? У Сабакан ездит. А сколько рейсов в день? Бывает два. Ну это ваши только, да, два рейса? А еще тут сколько машин ездит всего? Черногорск. Пять машин ездит. И, и догружается здесь, да, получается? Да, догружаемся. Да. Ну и сколько вы успеваете вывезти отсюда? Сколько успеваете догрузить? Сколько получаете? Сколько? Ну, по-разному, в зависимости от количества мусора в городе. Нам-то побыстрее надо, чтобы положилось. Так объем до загрузки какой? Сколько таких кубовых контейнеров в день удается догрузить, вернее, в рейс? У меня контейнеров 5. Ага. Два раза в день по 5 контейнеров вывозите, да? Да. Это получается 5, 5 автомобилей, два раза по 5, 50 контейнеров по одному кубу в среднем каждый. 50 кубов в сутки догружается. Каждый день, в субботу. А по какому графику вы вывозите? Как отсюда, как по Майнскому работаете, да? Не, ну я город собираю. А, вы город 441, да, Тропинский город собираете? Ну, там большой, да. Большой. Город собираете. Собачка прибежала. Город идете сразу. Да. Позагружаем. Да, прямо в соответствии с своим графиком работаете. То есть график по городу, потом сюда и поехали в Усть-Абака. Раньше сюда возили, да? Перебирали. Ну вот и толку не перебирали. Так народу много. Дура, за революцию. Народу-то больше. Народу больше. По 20 человек. И женщины, и мужики. Вы сегодня сюда его не поедете? Ничего. Что, позвать помощников ваших? Да не надо, я сам помогу. Только они уже начинали работу. Ой,
Че у них КамАЗ стоит и не работает? А запчасти тут должны быть. Просто фантастика. Просто фантастика. Один и тот же мусор оплачиваю дважды. Сначала принимается завышенный норматив. Потом под этот завышенный норматив вывозятся прошлогодние отходы. Вот она, свалка. Есть судебное решение, которое обязывает эту свалку очистить. Ну и с точки зрения предпринимателя, по всей видимости, самым очевидным способом очистить эту свалку несанкционированную. Стало решение о дозагрузке мусоровозов. Вот, собственно говоря, мы видим, как те контейнеры, которые только что дозагрузили мусоровоз, стали пустыми. Ну и, соответственно, в самое ближайшее время у них начнут размещать прошлогодние отходы. Самое удивительное в этой истории, что это все делается за счет тарифа регионального оператора, по всей видимости. В общем, они сейчас еще один контейнер загрузят. Я так понял, что здесь есть рабочие, которые сейчас будут еще готовить следующую партию для вывоза. Следующую партию для вывоза, да. Будет готовить следующую партию для того, чтобы вывозить тот самый мусор, который предприниматель должен был вывезти еще в раз включение сюда в прошлом году. За свой счет. Ну, фактически это делается за счет жителей не только Саяногорска, но и жителей всей 4-й территориальной зоны. Насколько я понимаю, это Бийский район и так далее. То есть жители Бийского района оплачивают вывоз несанкционированной свалки в Саяногорске. Это просто ну, фантастика какая-то. С одной стороны, хорошо, конечно, что наша свалка городская чистится. Это не свалка, даже городская. Место, приспособленное под свалку, незаконное, нелегальное. Хорошо, что оно чистится. Самое печальное для жителей города, что получается, вот эти объемы будут закладываться в тариф для жителей Саяногорска. Хотя это несправедливо. Будем надеяться, что оригинальный оператор заминусует весь этот объем.